Времени суток. Всех рад приветствовать на нашем канале Криптозомби. Ребята, в этом видеоролике хочу сделать обзор на такой проектик Los Iris. Сейчас расскажу вообще, когда у нас запуск игры. Будет сейчас предпродажа этих паков с коинами. Да, в общем, много всего интересного. А перед началом видеоролика, как обычно, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, да, и также порекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Здесь публикую вайтлисты, аирдропы, все, что покупаю, какие-то флипы и так далее. В общем, много всего, все, что с атомиком связано, играми. Ссылочка в описании под видео, переходи, подписывайтесь. Так, ребята, с чего тут можно начать, да, вообще в этот Los Iris, да, я вошел еще, наверное, больше недели назад, я там себе прикупал какие-то паки, с кораблями, еще какие-то паки были, и у меня была монетка. Вот, ну, тот, кто смотрит канал, знает, что у меня там немножко, ну, как меня, я сам скомонулся, да, то есть у меня все NFT-шки с кошелька улетели, и я как-то подзабил на проект, типа такой, ай, ну все тогда, ну короче, такую, знаешь, типа обидку вот эту кинул детскую и решил не входить. И недавно тоже в чате пишут, ребята, ну что там по Los Iris, потому что все говорят, да, там скоро запуск игры, в общем, что вообще, будешь записывать, не будешь записывать. И я все-таки опять решил прикупить, вот, и сейчас я вам покажу, в принципе, что я купил вообще, что думаю, какие мысли по проекту. Так, давайте, наверное, начнем с того, что через, получается, у нас 18 числа, то есть через один день, 5 часов, да, вот по вот этому таймеру у нас будет продажа коинов. Но, ребята, чтобы купить эти коины, если я правильно все посмотрел, нам нужно держать вот эту монету, Escudo монету. Вот, в данный момент минимальная цена у нас $20. А когда я покупал, цена была, наверное, в районе 7 или 10 долларов. Вот, поэтому я тогда как бы и психанул так с большего, да. И как бы смотрите вообще, что я думаю, как бы сам факт того, что они будут, смотрите, значит, 18 числа у них будет сейл токенов, да, вот этих паков с токенами, 20 числа у них будет листинг на Алкоре, да, и получается 22 числа у них уже будет запуск самого проекта. Если так подумать, как бы это не совсем хорошо. Ну, объясню, почему я так считаю, опять же, да, сугубо мое личное мнение, потому что когда у них пойдет пресейл паков, да, мне кажется, что после сейла на Алкоре либо его укатают, либо укатают. Вот у меня просто есть мысли, что токен могут укатать, и это чуть-чуть негативно скажется на запуске самого проекта. Вот, но в целом попробовать флипнуть вот эти паки с токенами, в принципе, можно попробовать. Но опять же, не забывайте, что помимо того, что будет сама продажа паков, пока неизвестно по какой цене. То есть, да, разработчики сказали, что в принципе перед сейлом они там в Дискорде скинут, объявим, что когда. Но не забывайте, что еще вот нужна вот такая монета. Если кто-то покупал давно и у вас есть эта монета, ну, то в принципе, да. Если кто-то не покупал, вот у меня ее нету, допустим, и я, наверное, ее не буду брать, потому что, ну, блин, я и так уже просрал эти монеты, да, но это я скоманулся сам. Вот, но все равно мысли о проекте, ребята, довольно-таки хорошие, потому что проект начал свой запуск уже довольно-таки давно, и пока держится, и все торгуется, и нормально торгуется. Но я себе все равно, как бы, да, я решил не обходить стороной, и сейчас я вам покажу, получается, я себе все равно взял пак, получается, сейчас, промо капитанов, вот этот пак я себе, по-моему, взял, да, вот этот пак, вот такой взял один, но, если честно, я думаю, что можно было бы взять и больше. Смотрите, ребята, мониторил, что пишут в чате, там, в Дискорде, смотрел какие-то обзоры тоже, да, по данному проекту. И получается фишка в чем, что все говорят, что, ну, проект вроде так себе, и просто будут флипать. Ну, то есть все, перед выходом, да, там, или на выходе, просто x2, если даже поймали, будут флипать. А что касаемо моих мыслей, не знаю, может, мне кажется, не только ради флипа брать эти паки, да, потому что игрушка, в принципе, все как вот она планировалась, да, давайте сейчас посмотрим на roadmap, хотя тут особо и не расписано ничего такого серьезного. Но в целом, в принципе, все как обещали, то есть как по продажам, по сейлам, все как было, так оно и шло, что, в принципе, довольно-таки, ну, положительно сказывается в целом, да, на мнение по игре. Поэтому, ну, я думаю, что можно однозначно посмотреть, понаблюдать. Я себе взял один пак, ребята, вот такой, да, как я показал. Но, почитая вообще комменты, там, посмотря, то есть полазя в чатах, там, и в Дискорде, и так, многие затаривались, потому что ценники, давайте я вам покажу вообще ценники. Допустим, просто там на кораблике, на паке, они были копеечные. Они вообще, это было давно, потому что, ну, я уже, как сказал, что про проект сам, я слышал довольно-таки давно, и вот эти, у меня еще кораблики были, вот, вспомнил. И типа,
ну, были копеечные ценники, поэтому затаривались много. Единственное, что, конечно, не радуется, что их очень много. Но, ну, то есть именно самих вот этих NFT-шек кораблей, да, но, в принципе, разработчики тоже сделали неплохую тему, да, то есть крафт, да, то есть смотрите, если у нас есть, допустим, 4 корабля, есть монетка, нам обязательно нужна монетка, то есть без монеты тут вообще никуда. Не только монета дает, не только, получается, плюсы в пресейле, да, то есть вы можете, во-первых, на сейле вы берете по меньшей цене, второе для крафта, ну, то есть из-за 4 вот этих там дешманских карточек, да, вот этих, почему они так дешево и стоят, да, то есть вы потом крафтите одну какую-то, ну, там, другого уровня, ну, круче, короче, да, там, вон, эти написано карат, да, или там галлион, ну, короче, я не знаю, вот. И поэтому в целом я считаю, что этот проект довольно-таки неплохой. Можно его рассмотреть как и с целью флипнуть, ребята, да, также и с целью просто попробовать войти в проект, опять же, по той простой причине, что вход копейки. Это не CryptoFarms, да, ну, опять же, да, те, кто влетал на старте CryptoFarms, там тоже было недорого, ну как недорого, даже при самых-самых-самых маленьких, тех, кто брал на сейле паков, да, это все равно там в районе $50 было, то есть 150, чтобы на 3 NFT-шки было залететь, да. Здесь вход вообще получается копейки, поэтому, ну, блин, я не знаю, я взял пак один. И вот думаю на самом деле, вот сижу и думаю, может быть, все-таки взять пару кораблей и монету, опять же, либо войти в проект, даже если взять пару кораблей и монету, ну еще плюс $20-30 получится. Но все равно это не так много, как может, ну, как, допустим, тот же CryptoFarm. Ну, сейчас просто только о нем говорим, да. То есть, в принципе, ценник копеечный, можно попробовать. Я взял себе этот пак. Да, то есть по паку посмотрим. Не знаю, если будет каких-то X2, я не думаю, что я буду его сливать, потому что, ну, в принципе, это как бы и немного на самом деле. Это как бы и немного. Поэтому, ну, посмотрим, не знаю, ребята. Думаю, стоит однозначно. Поэтому на этом у меня все. Если видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставим лайки. Всех обнял, приподнял. Всем спасибо, всем пока.